Подготовка к Универсиаде 2017 в Алматы идет полным ходом. По предварительным данным, в мегаполис приедут более 3500 спортсменов из 50 стран. О готовности мегаполиса к крупнейшим соревнованиям расскажет Айжан Курмашева. В мегаполисе активно строят сразу 3 спортивные арены. Отставаний по графику нет. Об этом в ходе брифинга в СЦК сообщил аким Алматы Ахмеджан Есимов. Другие арены успешно реконструированы и построены к азиатским играм и уже сейчас готовы к крупнейшим международным соревнованиям. А еще мегаполис претендует на проведение зимней Олимпиады 2022 года. Единственным конкурентом Алматы в этой гонке остался Пекин. Столица зимней Олимпиады определится в конце июля следующего года в Куала-Лумпуре. К Универсиаде мы построим 2 дворца спорта и атлетическую деревню. По атлетической деревне вообще никаких проблем нету, поскольку это после проведения соревнований реализовывается как квартиры. То есть к зимней Олимпиаде у нас остается средство только санно-бобслейной трассы. Остальные все объекты в городе Алмате есть. Как раз в эти дни в Алматы проходят 2-е крупные тестовые соревнования в преддверии всемирных студенческих игр. На чемпионат мира по конькобежному спорту приехали сильнейшие атлеты из 13 стран и спортивные функционеры. Все они удивлены отличной организацией старта и теплым приемом. Качество льда отличное, волонтерская работа. Все продумано до мелочей. В последний раз я была на Медею, когда Казахстан еще был страной-претендентом на проведение универсиады. Сегодня мы видим, что арена полностью преобразилась и готова к большому старту. Чемпионат мира завершится в воскресенье. В феврале следующего года в Алматы пройдет первенство планеты по северным дисциплинам среди юниоров. Ожидается, что чемпионат соберет около 800 спортсменов из 100 стран. Кроме того, в следующем году в нашем городе пройдут еще 2 тестовых состязания международного уровня. Жан Курмашева, Талап Сагимбаев, телеканал Алматы.